да, которые там были. Точно, вот такие вот. Ну, вот эти. Прикольно, да? Ну, пойдем на водопад. Водоворот. Если ты скользнешься, то и улетишь вон туда. 10:46. Я не знаю, если до 6 или до 5, она по-нормальному. Вот, пушка. Лев. Блин, ничего так. Ну ты меня во весь рост сними уж так. Сними. Снял во весь рост. Только у тебя мужик без лица. Вкусно пахнет. Правда, пахнут. Собственно, а что еще? Стены не развалены. Вход запрещен, надо пройти. Каземат. Раскопки. Там написано, что это хозяйственная часть. Ну, типа нельзя ходить. При Римской империи. Вот эти вот тоже, они какие-то древние, да, камни? Ну да. И крыши на... Чапка водится, где спали. Что это было такое? Ну, надо почитать. А вот тут спали. Тогда они уйдут. Конечно. А скорее всего, там-то тоже поди было закрыто. А сейчас открыто. Да? Да. Ну пойдем. Зелененькая бабца. Закат уже, понимаешь? Ну да. Темнеет, и потом темнина совсем. Вот что это было? Что-то. Что, да? И тут вот что-то было тоже. Видишь, как уже звали меня? Тут я знаю, что было. Это было баня? Да. Баня. Потому что термы или капельки. Ну, потому что вот так дым такие. Не надо мне. Я думал, ты рассказываешь, что они в банях делали. Церковь тоже перезвонила? Да. Развалины старых. Часовни. Смотри, тут какая-то вот это рядом была какая-то. Интересненько. Да мы, может, и успеем еще, ну, сейчас. Это щит. Как по-русски это сказать? Останки, конечно, останки. Это да. Когда живого человека вертикально и так. Ничего не попадало. Попадала? Никаком можно зайти, да? А может, нет. Обед? Чего обед-то? Да ладно, не будь. Вон. Угу. Вот эта часть. Ну да, вот это грязненько было слышно. И вообще непонятно что. Но это цветки какие-то. мокренько и мокренько.